У памятника детям войны множество цветов и мягких игрушек. Ульяновцы почтили память погибших детей Донецкой и Луганской народных республик. Детей, у которых украли детство, мечты. С 2014 года от военных обстрелов украинских вооруженных сил погибло 130 маленьких жителей Донбасса. Это нельзя предать забвению. Помнить о них – самое простое, что мы можем сделать. И как мать не могу спокойно относиться к гибели детей. Конечно, это самое страшное, что может произойти. Поэтому не смогли остаться равнодушными и пришли, чтобы поддержать. Почтить память погибших пришли педагоги, волонтеры, родители, а также участники федерального проекта «Университетские смены». Это наши родные дети, это наши земляки, это наши сверстники. Я испытываю душевную боль от того, что они умерли. Они ушли совсем маленькими ангелами. Проект «Университетские смены», напомним, реализуется в нескольких регионах страны, в том числе и Ульяновским педагогическим университетом. Старшеклассники из школы, колледжа ЛДНР приезжают в наш город отдохнуть, восстановить силы перед учебным годом. Да, конечно, у каждого из них своя судьба. У кого-то есть своя семейная трагедия, у кого-то есть достижения, здесь есть и победители олимпиад. Но стоит отметить, что общение с ними и наших студентов-вожатов, и наших сотрудников, и наших преподавателей – это возможность им показать и рассказать про историю России, про историю нашего Симбирского, Ульяновского края, а им, как первоисточнику, донести нам о тех событиях, которые происходят на Донбассе. В гуманитарных миссиях, направленных к жителям Донбасса, большое внимание оказывается детям. Психологи проводят консультации, организуют тренинги, развивающие занятия. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.